В это воскресенье, 19 мая, по благословению патриарха Кирилла в Москве состоится традиционный пасхальный благотворительный молодежный бал «Русский стиль». Организаторы мероприятия – Синодальный отдел по делам молодежи, Центр бальной культуры и этикета «Кремлевские бальные танцы», ряд православных и коммерческих организаций. В мероприятии примут участие воспитанники казачьих и военных училищ, юноши и девушки из нескольких московских и региональных домов-интернатов, студенты и православная молодежь. Мероприятие начнется торжественным шествием ансамбля, а затем с воинскими почестями в мраморный зал к собравшимся будет вынесен флаг России.